Классно, очень сильная команда, серьезный соперник был. Хорошо к нему подготовились, разобрали и сыграли классную игру все вместе, друг за друга, и так добываются победы. Это ваше первое зеленое дерби в карьере. Ощутили, что здесь особенный накал? Ну да, конечно, здесь особенный накал, особенное настроение перед игрой, и как бы очень сильный матч, серьезный, никому не хочется проиграть, и это классно. Поддержка трибун была сегодня особенной? Ну, трибуны всегда, каждый матч нас поддерживают особенно. Ну и сегодня не менее особенно. То есть все было супер. Ваш первый заброшенный шайба, как там все получилось? Вспомните, пожалуйста. Ну, вообще, нападающие сыграли наши очень шикарно. То есть классная передача в центр, увели игрока, оставили мне время. И классно перед вратарем сработал наш нападающий. Мне осталось только попасть в пустой угол. Такая победа над Акбарсом добавит уверенности команде? Я думаю, да. Придаст уверенности, и дальше будем только лучше и лучше играть.